Здравствуйте, с вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор инструментов от компании Ята. Популярный набор автомобилистов на 216 предметов. Код товара 38841. Набор 216 предметов. Ята — это польская компания, производит инструмент, хорошо известная в мире. Выпускает профессиональный инструмент и для автосервисов, и также для личного использования в гараже. Начнем с данного инструмента. Такая вот упаковочная коробка идет, качественная полиграфия, то есть качественный картон идет. 216 предметов в наборе, 3 рабочих квадрата, 1/2 дюйма, 3/8 и 1/4. CRV указывается: хром-ванадиевая сталь, хром-молибден, это используется в трещотках сам механизм, 72 зуба, и также в наборе есть отвертка с магнитом, дальше я покажу. С обратной стороны адрес компании Ята указывается, Польша, и полностью комплектация данного набора, что в него входит. Такая прокладка идет, довольно-таки толстая, чтобы инструмент не дребезжал во время переноски. И начнем с трещоток. 3 трещотки в наборе. По 3 рабочих квадрата, 1/2 дюйма, 3/8 дюйма и 1/4 дюйма. Длина трещоток по 1/2 265 мм, по 3/8 215 и маленькая трещотка 116 мм. Как видите, в наборах Ята трещотки имеют небольшой изгиб. Это сделано для того, чтобы для удобства работы. Трещотки на 72 зуба. Это мелкий шаг, реверс, переключение право-влево, быстрый сброс и фиксация голов. Отодели, нажали, быстро сняли. Рукоятка здесь пластиковая идет. Ята — надпись на рукоятке, но здесь не краской надпись, а вот такие вот пластиковые буквы, которые прессованы в саму рукоятку. Ята — логотип на металле, CRV указывается — хром-ванадиевая сталь, и номер данной трещотки 0732. По этому номеру трещотку эту или эту можете найти в каталоге Ята. Есть бумажный каталог или в интернете можете скачать в PDF формате. Трещотки 72 зуба, мелкий шаг. Две отверточные рукоятки, одна маленькая 155 мм. Ручка здесь пластиковая. Надпись Ята CRV. Данную рукоятку можете применять или с головками под 1/4 дюйма для труднодоступных мест, где-то подлезть. Или с помощью переходника. Переходник идет в комплекте, адаптер для бит. Можете сюда подсоединять биты. Сейчас мы достанем. Здесь прессованы. Вставляете нужную биту и получаете отвертку. Здесь довольно-таки много профилей бит, поэтому подобрать можно под всякий болт. Также можете подсоединять сюда трещотку. Длина 155 мм. И есть вот такая вот отвертка, отверточный держатель с магнитом. Тоже вот берете биту и вставляете сюда. Тут магнитный держатель идет. Длина 210 мм. Ручка здесь также пластиковая. Здесь, скорее всего, не пластик полностью. Здесь вот пластик обрезиненный, скорее всего. Потому что есть небольшое напыление сверху, если быть точным. Воротки. Два Т-образных воротка идет в комплекте. Под 1/2 дюйма и под 1/4. Длина под 1/2 250 мм, под 1/4 150 мм. Это Т-образные воротки. Если подойдет. Далее удлинители. 1/2 дюйма. У нас два удлинителя, 250 мм и 125 мм. Также удлинители имеют свой номер. Тут 1248 и еще один 1247.
125 и 250 мм. Это под одну вторую. Большой квадрат. Под 3 восьмых у нас один удлинитель 125 мм. И под 1 четвертую два удлинителя 150 мм. Ну, под 1 четвертую у нас удлинители, как видите, с шаром идут. То есть одеваете сюда головку и вы можете работать под наклоном. Вот она ходит где-то подлезть. Очень удобно. Набор Г-образных ключей, такой 7 штук, шестигранники. Далее карданы, 3 кардана по 3 квадрата, 1 четвертая, 3 восьмых и 1 вторая. Карданы здесь скреплены металлическими вставками. Почему я об этом постоянно говорю в видео? Потому что есть карданы винты, то есть разборные, есть карданы заклепки, а есть вот такие вот металлические вставки. Ну, конечно, никоим образом они не портят то, что, допустим, кардан будет слабый. Если инструмент профессиональный, то, в принципе, это не влияет. Так, далее, головки. В наборе шестигранный профиль. Головки есть под 1,4 дюйма, под 3 восьмых дюйма и под 1,2. Начнем с головок под 1,2 дюйма. Общее количество их здесь 15 штук. Самая маленькая у нас идет 10 мм. Самая большая 32 мм. Вес головки 32 мм составляет 218 грамм. По 3 восьмых дюйма у нас 10 головок. Самая маленькая у нас тоже 10 мм. И самая большая здесь идет на 19. Самая большая на 19. И под 1,4 дюйма у нас 13 головок. Самая маленькая 4 мм. И самая большая на 14. Так, надписи на головках. Ята логотип. Есть номер. В данном случае это головка на 32. Имеет номер 1220. Надпись 32 мм и логотип Ята. Такие головки вы можете найти. Головки Торкс. Общее количество 14 штук. Самая маленькая у нас здесь Е4 Торкс. Самая большая Торкс идет у нас Е24. Две биты в нижней крышке Торкс, две большие биты, это Т55 и Т60. Под 1,2. Теперь биты. В наборе большой, в данном наборе есть большой набор бит. Под 1,4 дюйма и под 1,2 дюйма. Под 1,4 у нас здесь 44 биты, вот этот комплект. Вернее, под 1,2 у нас 30 бит и под 1,4 44 биты. Под 1,4 биты идут в таких вот тубусах пластиковых. То есть вытягиваются из набора, можно использовать отдельно. Тут очень много разных профилей. Сейчас я вам поднесу поближе. Можно подобрать под любую гайку, болт. И под 1,2. Также торксы здесь, шестигранные, шлицевые. Данные биты используются с переходником. Есть три переходника в комплекте. Вот такие адаптеры для бит. 3 восьмых, 1 четвертая и 1 вторая. Вот в эти адаптеры вставляются биты нужные. И дальше уже в трещотку или вороток используете. Так, и набор бит еще есть в верхней крышке. Они идут уже с самим адаптером. То есть бита с адаптером. Общее количество их 30 штук здесь. Этот ряд. Также есть торксы, шлицевые. То есть очень много бит. Набор ключей. Ключей 12 штук здесь. Самый маленький у нас ключ на 8 идет. И самый большой у нас на 22 мм. Также размер ключа, ята, номер ключа 0351,
Хром ванадий. Хром ванадиевая сталь. Так, набор длинных головок 18 штук, 4 мм, самая маленькая головка идет, самая большая 22 мм. Ята, ЦРВ, хромованадевая сталь, номер головки 1235, 22 мм. И три свечные, также в наборе есть на 16. Так, 18 и 21. Внутри свечные головки имеют резиновые вставки. То, что когда во время откручивания свечи у вас она не выпадала, а фиксировалась внутри. По комплектации набора все вам рассказал. Материал хром-ванадиевая сталь. Производитель также указывает, что в трещотках внутри сама звезда идет хромолибденовая, усиленная. Пластиковый кейс идет. Зависы сами идут пластиковые, но внутри имеют металлические штыри. То есть усиленные. Замки запирания пластиковые. На замках также логотип ЯТА. Внутри замки соединяются металлическими штырями. По замечаниям по литью, каких-то дефектов, следов отлития мы не нашли в наборе. Все хорошо отполировано. И, конечно же, хотелось бы отметить хорошее сочетание комплектации данного набора и цены. Как видите, все хорошо держится, ничего не выпадает. Единственное, фиксируйте до конца инструмент, чтобы он защелкнулся и не выпадал у вас. Закрывание без проблем. На верхней крышке, как видите, логотип ЯТА, причем тут не краской просто написано ЯТА, а здесь вот все выбито, то есть отлит это именно, как сказать, кейс. Сами буквы идут из пластика, то есть отлито из пластика. Номер данного набора 38841. По габаритам вес набора 11 кг, ширина кейса это 49 см. Длина 34 сантиметра, высота 10. Рекомендуем к покупке данный инструмент, так как хорошее сочетание цены и качества, положительные отзывы покупателей. Подписывайтесь на наш канал, получайте дополнительные скидки за подписку на канал в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.